мирового рока. Первый рок-фестиваль «Герои мирового рока» в Новокузнецке собрал 60 тысяч зрителей. На него приехали гости со всей страны. Петербург, Москва, Урал и Сибирь почувствовали силу настоящего рока. Масштабная постановка, мощнейший звук, пиротехническое шоу, безудержная энергия настоящей рок-музыки. Сегодня герои мирового рока возвращаются в честь юбилея компании «ЗАО Стройсервис». Это будет рекордное шоу. 35 фур профессионального звукового и светового оборудования, тысячи зарядов пиротехники и километры проводов. Эта музыка потрясет Сибирь. Кемерово встречай, они уже здесь. Within Temptation, Accept, Royal Hunt и Hammerfall. При участии самых известных иллюзионистов России, братьев Сафроновых. Ведущий фестиваля Николай Фоменко. Фестиваль проходит при поддержке администрации Кузбасса и города Кемерово. Организатор фестиваля – компания NCA. Accept. Самая успешная культовая немецкая рок-группа всех времен. Основатели тевтонского рока. Ее участники повлияли на развитие всего современного металла. Они первыми продемонстрировали новый музыкальный жанр хэви-метал в 1978 году. Отличительными особенностями команды являются оригинальный вокал, плотность и насыщенность звука, мелодичность и виртуозность гитарных партий. Лидер группы Вольф Хоффман неизменно входит в рейтинги величайших гитаристов в истории рока. За 50 лет своей музыкальной карьеры участники Accept неоднократно доказали свою уникальность и невероятную мощь. Альбомы команды вошли в золотую коллекцию мировой рок-музыки. Их композиции регулярно достигают вершин европейских чартов. Они выступают в качестве хедлайнеров на крупнейших мировых фестивалях. Справедливо замечено музыкальными критиками, если на вашей полке до сих пор нет альбома «Breaking», то вы понятия не имеете, что такое хэви-метал. 2 года назад Accept по-настоящему удивили всех поклонников тяжелой музыки, представив на легендарном фестивале «Wacken Open Air» уникальную совместную программу с симфоническим оркестром. Подчеркнуто брутальная, агрессивная и жесткая музыка в сочетании с нежными оркестровыми переливами произвела такое сильное впечатление на поклонников тяжелого рока, что это исполнение было признано одним из самых ярких.